Так. Что за говно? Сегодня, получается, мы будем готовить вместе с вами табачок, а я ничего в этом вообще не шарю и не понимаю. Я так понимаю, не понимаю, но это я понимаю. Это два средства приготовления табака. Что нужно делать, чтобы приготовить? Для начала надо переодеться. Вот так пойдет. Ничего себе! Приятно посмотреть. Как вы это сделали? Фирменный стиль, шучу. Ну что, начнем? Давай. Всем привет, друзья! Я в одежде под названием «А-ля дача». Сегодня мы будем готовить табак в домашних условиях. Я бы не сказал, что мы дома. Мы больше как на предприятии по производству табака. Собственно, нас встречают вот эти вот... Красавцы. Или они, или ци. Два красавца. В них происходит варка табака. Да. Как это делается от до? Может, поможете, подскажете? Зачем я вообще переоделся? Да. То есть мы решили как бы сделать, скажем, такую интересную... Ну, эксперимент, да? То есть человек, как будто, если приобрел кольцо, хочет сварить табак, ну, он делает какие-то первые шаги. Вот, да, попробуем сделать. То есть ты находишь информацию в интернете, оборудование все я предоставляю, и варишь табак. Посмотрим, что за это получится. Просто мне реально самому интересно тоже, если вот так вот, первый раз. Ну, я, если что, первый раз варю, я ни разу не готовил. Интересный опыт будет такой, знаешь, как, ну, и зрителям, и всем. То есть человек, допустим, хочет попробовать, и вот, глядя на тебя, допустим. Глядя на тебя, думаю, плакать хочется, да? Так, ну, получается, нам нужно для начала определиться с крепостью табака, я так понимаю. Нужно понять, да, что да. будет за табачный лист. Да, пройдемте, посмотрим, что будет за табачный лист. Я даже вот, я же типа как на ферме, получается, по производству табака. Ну, поэтому я надену кепку. Это Вирджиния. Да. Ничего себе. Знаете, сколько тут денег? Много. Много. Это Берли. Выбираем какой? Конечно же. Покрепчик. Да, я легкий не особо люблю. Выбираем его. И, слушайте, на самом деле, ребят, не зря переоделся, потому что я так понимаю, что вот это вся, весь этот процесс приготовления табака, спасибо, весь этот процесс приготовления табака, он немного грязноват, потому что, ну, вряд ли бы мне знающий человек сказал, иди переодевайся. Итак, получается, нам сейчас нужно взвесить, да, грубо говоря, тару, вес табака. А вот, допустим, вот мы хотим, я хочу сварить килограмм, да, допустим, да? Здесь получается 60 литров, возьмем маленький. Как долго делается 1 килограмм и 60? Да. Вот? Мне кажется, чем больше вес, тем больше, вот, дольше делается. Да, тем больше. Я скажу честно, килограмм я, конечно, не варил на котле. Так мало. Я и говорю. Мне тоже будет это интересно попробовать. Просто килограмм сварится быстрее. Понятно, что, допустим, там чем больше объем, тем дольше проваривается. Ну понятно. Логически, да. Ну, просто вряд ли будет, нам, полчаса вряд ли же будет он вариться. Ну, полчаса, мне кажется, мало. Все, пошли искать информацию в интернете. Да, попробуем. Там я знаю некоторых неизвестных блогеров. Сейчас мы будем замешивать микс. Получается, да, патоку мы будем замешивать. Вначале мы возьмем патоку, сколько? 600, да? Пахнет как клейстер. А как это насыпать? О! Ну, 605 вышло. Так, получается, мы добавили в нашу емкость, ведро, сахарную патоку. Это 615 грамм у нас получилось. Будем готовить весом, наш готовый продукт должен получиться весом примерно 2 килограмма. Будет не килограмм, будет 2 килограмма. Мы думали вначале килограмм, потом подумали то, что если будет килограмм, просто вот это вот винт, который находится непосредственно в этой штуке, я не помню, как это называется, он просто размажет по стенке все остальное. Я вот сейчас попрошу начальника, скажем так, моего подойти,
потому что я в этом деле все-таки новичок. А что мы сюда добавляем еще? Я знаю, что нужно добавить сюда еще, получается, глицерин и табачное сырье само. Я понял, вылить надо сначала. Это надо вылить. Не, то есть мы все по отдельности добавляем, да? Мне потом это все мыть, ребят. Давайте, наливаем. А, оно не наливается. Оно наливается, но оно не пролезает. Я сейчас на каком-то производстве просто нахожусь. Или, судя по моему костюму, я на даче. Ну, получается, все. Это винт, который будет мешать, да? Да, это мешалка у нас. И... Так, глицерин нам нужно сейчас получить. А, кстати, пока человек добывает для нас глицерин, мы... поговорим с вами о том, что я в итоге решил сделать. Вот, мы забьем, получается, колу черри и Беллис. Получится такой алкогольный ягодный коктейльчик. И назову я его... Либо вы можете написать его в комментариях. Как бы вы назвали этот микс? Беллис и кола черри. Если вы будете писать писька бобра, это очень плохо. Где вы увидите еще, чтобы кальянный блогер приготовил вам табак? Вот никто еще не снимал, чтобы вот, ну, может быть, в домашних условиях там кто-то его и готовил, а я на полноценном производстве сам взял и... Да, да, конечно, держи. Один-один. Глицерин, вот, глицерин. Заливаем! Залили. Чуть-чуть хотя бы. О, запустилось. И я иду. Самое интересное в том, что вот это сейчас я держу 2 килограмма. Оно горячее, брат. Теплое. Теперь мы, я же один, почти, там мне помогает ангел-хранитель. Мы их добавим тогда, когда табак будет темнеть. Вот сейчас он уже начал приобретать такой темноватый вид. То есть он потемнеет, и мы добавим это. И получается, попробуем, что в итоге там у меня получилось, что я намешал, главное не травануться. Вернемся к вам тогда, когда уже табак полностью перемешается с основой, и настанет момент добавления аромки. Если, друзья мои, мне разрешат забрать немножко табака в Санкт-Петербург, я разыграю свой табак среди вас, среди тех, у кого получилось по-настоящему оригинальное название для этого продукта. То бишь, давай, думай, подключай свои нейроны головы и придумывай название моего табака, чтобы его, возможно, покурить. Итак, прошло определенное количество времени, и настало время проверить, готов ли наш продукт. Мне кажется, да. Он потемнел. Ну, еще подождем. Еще, да. На 20 минут закрываем. Запах такой жесткий. Еще минут 20-30. Да. Мы вернулись. Прошел где-то 1:10, да, примерно? Ну, 1:20. Окей, я думаю, вы говорите еще подожди, а у меня желание снять. Ну, слушай, на самом деле я могу сказать, что... Для меня он черный, как ночь. Итак, как мы это будем высыпать в нашу тару? Капец, он вонючий. Как вы так лицо держите? Ну, будет покрепче. А, это тара будет, да? Получается, Лео решил, мы вываливаем. То есть сейчас полностью, получается, в данном процессе выходит Лео. То есть какая-то будет крепость, а мне кажется, он будет покрепче. Это уже потом скажет Лео. Я надеюсь, получится, это хотя бы можно будет курить. А, то есть мы просто его вываливаем, получается, да? Бабки. Если не знать, что это табак, похоже на кое-что другое. А, вы все достали прям? Я сварил, а вот ушел. 2 часа, грубо говоря, ушло у нас на приготовление 2 килограмм табака. Ну и самое интересное то, что помимо того, как он остынет, мы добавим туда ароматизатор, и ему нужно еще постоять, чтобы он пропитался аромкой. Тогда мы сделаем, ребята, мои друзья, как? Мы сейчас дадим ему остыть, покажем вам, как мы добавляем ароматизатор в наш табачелло. Через сутки, то бишь завтра, мы его покурим и попробуем. И вам скажем, что в итоге это такое, что по вкусу, по крепости. Получилось ли вообще у меня что-то сделать, не имея ни хрена. Самый любимый момент во всем этом процессе варки, то, что мы сварили, нужно вымыть котел. Самая приятная церемония. Ну, пожелаю удачи. Не буду мешать. Мы будем заливать ароматизатор в... Что это такое? Мерная емкость для стакана. Ой, стакан. Мы добавим черри и Бейлиса.
Вот. То есть это будет основа, это будет на послевкусие. Первое я добавляю черри кола, кола черри. Сейчас мы добавляем уже Беллис. Можно убрать усов. А. Потому что, да, для усов не жалко. Я как будто сейчас чувствую себя поваром, который и делает омлет. Только табак. Итак, получается, сейчас мы будем... Блин, напоминает вот с такой лопаткой, это на самом деле грядку. Ну, давай, сажай. Щей. А это точно шаверма? А кто там говорил, что я не повар? Ребят, как бы готовлю. Готовлю. Без проблем. Запах здесь очень-очень термоядерный. Кстати, я не знаю, на что похож еще этот запах. Черри, да, преобладает запах. Я никогда еще столько табака не видел и не готовил. И вообще это делаю в первый раз в жизни. Оба-на. Вдруг потом станешь великим человеком и скажешь, да он у меня табак варил, ребят, ты котлы мыл. Как-то так. Ждите, ребята, для вас пролетит секунда, для нас пролетят сутки. Мы попробуем и скажем, что в итоге мы сварили. Так, котел, котел мы. Он уже подостыл. Да бля. Прошли ровно сутки после того, как мы с производителем кальянов Панда и скоро табака изобрели новый вкус. Вкус это хард. Хьюго Босс. Вот. Жду ваши смс-ки, комментарии к этому видеоролику, как все-таки вы хотите назвать аромат. И мы забьем чашечку, и я попробую, что в итоге за пушка получилось или же не пушка. Погнали, посмотрим. Мы уже заранее нашу смесь перемешали. Все, вот она вот такая вот консистенция, темноватый запах. На самом деле, хуй его знает. Будет ли это вообще курица? Будем забивать воздушно. По крепости Дмитрий сказал, что это будет крепко. Он был бы еще крепче, если бы мы еще дали ему постоять в этой, назовем ее так, мультивар. Все, мы забили, проверяем тягу. Тяга идеальная. Ждем угольки. Первая тяга на камеру. А мои эмоции. На самом деле переживаю, потому что хрен знает, что это вообще получится. Возможно, я травану. Очень прикол. Вообще, на самом деле, непонятный вкус. Как будто это доктор Пеппер, пряный доктор Пеппер. О-о-о, это крепко. И я думаю, что я вовремя снял его, потому что он накуривает, знаете, вот как не ароматика сатиры. Она сжимает твои легкие, она... Вот у меня сейчас ноги уже все повело. Сжимает легкие, при этом затягиваюсь я, по горлу вообще не пьет. Вообще. Это что за анаконда я сделал, а? Капец, он дымный. Вкус поменялся. Это гибкий табак. Вначале пряный доктор Пеппер. Давайте попробуем уменьшить крепость. Крепость увеличилась, вылезла просто кола, то есть... Вот напоминает сейчас Харибон мармелад кола от Blackburn. И откуда-то вылезла вот эта вот, не знаю, холодочка вот такой вот. Остудим, сделаем пониже жар. Кола стала пропадать. Беллис начал вылезать на первый план. Блин, очень тяжело. Он очень сжимает легкие, прям накуривает очень хорошо конкретно. В принципе, ребята мои, я думаю, что табачку нужно еще полежать где-то 2-3 денечка, чтобы аромка сама еще больше легла на табачную нашу основу. И вкус стал более насыщенным, более ярким. Могу сказать, что у нас получилось. Я ни хрена не знал, что сделать. Человек мне там помогал, конечно. Я один бы все это сделать не смог. Но я надеюсь, что через 2-3 дня мы снимем еще какой-нибудь обзор и покурим мой табак. Я вам обязательно расскажу, что кого, какой вкус вообще получился. На данном этапе вкус у этого продукта ярко выраженная кола. Все-таки мы ее добавили в основу. И чувствуется вот такая легкая пряность. Надо было все-таки побольше Беллиса добавить. Дмитрий, может, вы подойдете, тоже попробуете наше детище? Давайте попробуем, что мы там сделаем. Я сначала аккуратно. Интересный вкус, честно скажу. Мне нравится. Ну, кола черри перебарывает. Я чувствую на послевкусе, скажем так, нотки, да, вот Беллиса. Интересно, то есть сначала кола черри, потом... А сейчас вот я попробую еще раз опять поиграться с жаром и опустить уже 3 угля, сейчас находится опять в колодке. Сейчас начинает Беллис чуть подтягиваться. Я думаю, мы сделаем этот вкус. Да? Да. Ждем только название. Спасибо. Название напишут ребята в комментариях. Вот так вот мы сварили табак с нуля.
Я надеюсь, вы поставите лайк этому ролику, потому что ни один блогер не делал этого с полного нуля. Да, может быть, кто-то там и делал, но это были обучающие видео, как варить табак дома. Но никто не варил именно вот в таких... Таких подробных видео, да, никто не делал. Да, потому что у всех это большой секрет. Спасибо вам большое за то, что помогли, научили варить табак. Ребята, я с вами прощаюсь. С вами был я, Леня Хьюго Хука. Ставьте лайки. Придумывайте название для этого продукта, и, возможно, ты заберешь и попробуешь мой продукт. Всем пока, скоро во всех магазинах. Это самый гибкий табак, самый вкусный, самый сочный, а я пошел докуривать его. Всем удачи, всем пока. Бля, реально вкусно, пиздец.